Зачем вы вообще меня остановили? Я вам предлагаю пройти. Вы не имеете права. Освидетельство на состояние алкогольного опьянения на месте. Будьте добры. Вы согласны пройти освидетельство? У меня есть один маленький вопрос. Я еще раз вам говорю, вы согласны пройти? Нет, тут вы какое имеете право вот здесь вот сейчас проезжать? Дайте ваш путевой лист, я хочу посмотреть. Ну, а как вы оказались вообще в Труновке? Согласно маршруту патрулирования, мы сюда приехали. Ну, давайте ваш маршрут патруля. Я согласен пройти, но вот мне интересно, с какими судьбами вы здесь проехали? Идуйте, все, щелчок. Результат составил 0,626 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Состояние алкогольного опьянения установлено. А вино красное? Темное. Угу. Много выпили? Ну, честно. Честно? Пол литра. Реально. Слышу, как прям много надули. Это серьезно говорю, просто на 2 года выдержки. Хотел друга поздравить, он результат.